Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист, он россиянин с российским паспортом, имеет украинский паспорт. То, что мы увидели, реализовывая операцию в Беларуси, это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так у вас говорят, в КГБ, на нашу территорию. Избрали маленький беспилотник, потому что если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, бы его отследили. Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Если они рассчитывают, я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев. И если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь.